А что случилось? Все, полиция приезжает описывать имущество. Прячем все! Виталик, успокойся. Мы собираем вещи на поездку в Италию. Куда? Ну, мы же тебе вчера говорили, что уезжаем. Так, я думал, это шутка. Так, что, вы все забираете? Сидушку оставь. Может, вы все лампочки с собой повыкручиваете? Согласен, насчет лампочек это перебор. Марин, выкладывай. Ну ладно, вы уезжаете в Италию, но... А что вы у меня не спросили? Может, я тоже хочу в Италию? Виталик, ты был в Грузии, в Египте, мы тоже хотим отдохнуть. А ты будешь за квартирой присматривать. Ну ладно. Хоть вы ненадолго, на недельку, да? Ну, судя по тому, что папа взял только одни трусы и майку. Во-первых, Виталик, у меня больше нет. А во-вторых, может, на недельку. А может, вообще там останемся жить. Обратных билетов мы не брали. Кстати, а где вы взяли деньги на билеты? Виталик, представляешь, случайно нашли под ванной в углу твою заначку. Ну, мама, це уже хамство! Все! Я на вас обидився! Коля, собирайся, ми йдемо в парк! Привет, меня зовут Лера. Меня зовут Виталик, только знакомиться я не буду. У меня что, стресс? А что случилось? У меня родители хотят уехать в Италию. Я 34 года прожил с мамой. Мне кажется, что уже нет смысла что-то менять. Ну, не знаю, если бы мои родители уезжали, я бы просто не дала им улететь. Правильно. Я натравлю на них Колю. Та шутка, шутка. Есть идея получше. Пока. Коля, за мной. Так, Коля, кому мы пришли? Коля, привет. Хороший пес, хороший. Петрович, меня ты так никогда не гладил. Я вообще вам не мешаю? Так, Виталик, ты чего пришел? Дай мне моток скотча. А зачем тебе скотч? Папа попросил, хоть к руке пульт от телевизора примотать. Ну, чтобы не потерялся. Дам я тебе скотч, а ты мне что? А я тебе... Кулю. Ты же сам сказал, что у тебя поясница болит. Ложись. Коля? Вот так. Место лежать. Ты ж знаешь, что от ревматизма помогает пояс из собачьей шерсти. А тут целая собака. В два раза лучше. Коля так до вечера полежит, и все пройдет. Хорошо, бери свой скотч. Не, не итальянско. Вот это я тоже кусочек съела и понял, не итальянско. Но соус не так приготовленный и сыр не тот, чувствуешь? Воняет. Вы за пиццу платить собираетесь? Какая пицца? Это же подделка! Тем более тут же и платить не за что. Да. Mm-hmm.
чайник мой. Полотенце из гостиницы тоже мои. И вообще, положите все на место. Никуда вы не поедете. Виталик, я сейчас как возьму Ременюку, ты мне быстренько успокоишься. Вот так. Виталик, развяжи нас. Немедленно. Ага, сейчас, разбежался. Никуда вы не поедете. Да це видано вообще, чтобы родители бросали своих детей. Что мы тут с Настей сами будем делать? Да, Настя? Виталик, вообще-то я тоже еду. Что? Я не понял. Ну просто после того, как ты узнал, что я не беременна, ты вообще перестал смотреть в мою сторону. Я решила, что нам надо сделать паузу в отношениях и пожить раздельно. Согласен. Не вопрос. Виталик, ну чё ты добился? А вот теперь сидеть тут и ждить. Развяжу только тогда, когда самолет улетит. Виталик, мы будем кричать. Да, да, давайте. Можете кричать сколько хочете. Соседи все равно привыкли, что у нас тихо не бывает. Класс. Тишина. Никто не кричит, не ссорится. Идеальная семья. Ну что вы мечите? Ну ладно. Слово предоставляется папе. Виталик, развяжи нас. Мы тоже есть хотим. Так а что ж вы молчите? Ну что вы не говорите ничего? Я сейчас приготовлю. Ой, Богдановна, я гляну на тебе, сразу Италії веет. Євгеніна, ну, може тому, що я похожа на італьянку? Ні, тому що ти похожа на сапог, як Італія. Отвалінка, слиш. Коробочку відкриваємо. Віталік, що це за баланда? Нормально. Это же невозможно есть. Так, то, что найсов, то и приготовил. Макароны, гречку и капусту перемешал. Вот так я буду питаться, если вы уедете в Италию. Не жалко сына? Сыночка! Это он пробивает на жалость. Мы все равно уедем в Италию. Да ну что вы там не бачили? От Колізей посмотрим. Та у нас таких полуразвалених стадіонів полно. На Пизанську башню посмотрим. У нас половина новостроек криво стоят. Сидіть тихо. Здрасте, у нас все нормально, пока. Виталик, ну я же слышал, что у вас там кто-то кричит. Когда? Послышалось. До свидания. Да что там у тебя происходит, а? Виталик, ты зачем связал родителей? Это противозаконно. Я вынужден тебя задержать.
Шо? Тогда я вынужден задержать вас. Виталик, это уже нападение на представителя правопорядка, а это уже статья. Яка статья? Та за то, що я прив'язав участкового, мені ще весь двір спасибо скаже. Скотч закінчився. Віталік! Спокійно, потім віддам. Здрасте. Дайте мені скотч, мотков 10. Вам какой? А, самый крепкий. Участкового надо хорошенько привязать. А то він бурмила здоровий, може вирватися. Залужник його взяв. Просто під гарячу руку попався. Фух. Ну, скільки з мене? Нічого не треба, це безплатно. Спасибо. Наконец-то в стране начались реформы. Спасибо. Атас. Здрасте. Привет. Виталик. А ми чули у тебе у квартирі якісь крики? Да? О, так це телевізор забув виключити. А якщо ми зараз перевіримо? Та, пожалуйста. Евгеньевна, наконец-то! Развяжите нас! Богдановна, ты что, глухла? Звоним в полицию! Бегом! Угу, я уже тут. Здрасте. О, а ви собрались з Віталією літати. Дивіться, яка весела компанія собралася. Мама, папа, Настя, участковий, Богдановна, Євгенівна. Тільки ще Петеровича не вистачає. О! Виталик, забери свою Колю. Ни черта он для спины не помог, еще и укусил. Да ладно. Петрович, скорее сюда. Виталий, ну ты жук. У тебя вечеринка, ты даже не позвал. Виталик, а ты что здесь устроил? Ну-ка, развяжи всех. Извини, Петрович, но другого выхода. У мене нема. Здравствуйте. Здрасте. Ну что? Извините, но вам отказано в шенгенской визе. Как так? У меня стабильная работа, деньги на счету есть, я жена. На каком основании отказано? Потому что на переезде панду поездом сбила. В смысле? Что это значит? Мы имеем право не объяснять. Виталик, ну, пожалуйста, развяжи нас. Виталик, я тут подумал, в Италии же тоже есть парки, девушки. Может, поедешь с нами, а? Папа, а ты знаешь, чем отличается родина от батьковщины? Родину можно продать, а батьковщину – никогда. Я никуда не полечу. И вы тоже.
Виталик, привет. У меня для твоих родителей хорошие новости. Помогите! Ева, развяжи нас! А что происходит, Виталик? Виталик! Ева, развяжи нас! Зачем ты их связал? Да потому что они собрались улетать в Италию. И ты мне 100% им помогаешь. А меня даже не спросила. Виталик, ну уже все решено. Визы готовы. А билеты я завтра принесу. Ева, ты не понимаешь. Если они уедут, что я тут буду делать один? Виталик, ну почему один? У тебя есть я. И я, как твой друг, обещаю приходить к тебе каждый день. Так, ну все, я на работу. Виталик, развяжи их. Поздравляю! А тепер улыбаємося, вас знімала скрита камера! Це все був розіграш! Це все був розіграш! Віталік, а ну йди сюди! Я тобі щас такий розіграш устрою! Мама, це була шутка! Віталік! Понимать надо! Валера! Что? Слава Богу, все успокоились. Коля, а может мне тоже с ним рвануть Виталию? А что? Нормальный вариант. А ты, Коля, останешься тут, на хозяйстве, сам. Коля, я просто пошутив. Та ну нікуди я без тебе не поїду. Давай розв'яжи мене быстрей. Коля, я сказав про це. Ну, опаснее преступников только любовь. Да, если б она взяла вас в заложники, то уже вряд ли отпустить.